Песня, которая сейчас прозвучит, она прозвучит впервые вживую. Ну, короче, очень важная ностальгическая песня. Одеваюсь на рынке в тарелке, мерю обувь на картонке. Бедность — это когда все вокруг неудобное, когда играешь говном съедобное, несъедобное. Бедности не пахнет стилем, бедность пахнет китайским текстилем. На джинсах написано «Панда» вместо «Прада», и все думали, так и надо. Я в них дважды оставался на второй год, и они до сих пор не чёрные. Это сейчас в ТикТоке хлопками меняют шмот, а тогда хлопок не работал. Кафе, в котором мы тусили, называлось кафе, но нам хотелось чего-то модного, молодежного. А для нас не было ничего, но для нас не было ничего невозможного. Для моей мамы правила Аэрофлота хуйня, она обеспечит маской сначала меня. Я к тому, что мы все делаем ради близких и похуй на риски. Мы знали, что мусора двигались по старинке, чем глубже глубинка, тем глубже дубинка. А мы двигались толпой на разбой. Спросишь, какой был план, никакой. 4 утра, звонит тёлки, у меня на линии шумит модем. Гамбен 4.05, нас берут штурмом. Нас раскидало по тюрьмам, сидорами теле, рисунки на теле. Жизнь поменялась, а мы не успели. Жизнь поменялась, а мы не успели. Я не присудишь, что пятками по разбитому. Я в Ойлове под помойником. Я был простым пиздюком, сопли до слезки. Шел по плитке, не выступал на полоске. А сейчас поем что-то про свои пистолеты, хотя толком-то и не стреляли. Я не верю в плохие приметы, но все, кто пели про банду, пропали. Все, кто пели про банду, пропали.